Состоялось заседание Совета матерей при Ассамблее народов Казахстана Актюбинской области. Мероприятие было посвящено обсуждению послания президента Казахстана в новой реальности «Время действий». В заседании приняла участие председатель Республиканского совета матерей Назипа Шанай. В ходе визита в регион она проанализировала состояние женщин и семейно-демографическую ситуацию, где обсуждались предложения по развитию гендерной политики в стране. Такие интересные примеры слушаем, которые она нам приводит. Какие бывают неприятные случаи с молодежью. И во всем этом виновата, конечно, в первую очередь мама, которая не воспитала сына достойно, не воспитала правильно дочку. И хорошие предложения она предлагает нам. Вот я лично для себя такой вывод сделала, что советы матерей должны работать не только в области, и в каждой школе должны, как она предлагает. Хочу предложить свою кандидатуру в той школе, где учится большинство моих внуков, как бы в помощь классным руководителям.